Проекты — это ж не только про рабочие проекты, корпоративные проекты. На самом деле проекты есть и в жизни. По сути, любые наши идеи, мечты, которые у нас есть в головах, они часто не реализуются, потому что мы не знаем, с какой стороны к этому подступиться. Эта мечта может быть очень аморфной, там из серии «Хочу, чтобы там прилетел волшебник на голубом вертолете, да, и для меня сделал то-то». Но если мы хотим действительно воплощать что-то в жизнь, то проектный менеджмент позволяет нам построить эту дорожку, этот мостик от текущей реальности к будущей реальности и, соответственно, с большей вероятностью перейти по этому мостику вперед. Поэтому проектный менеджмент — это не только про компании и про работу на кого-то, это в том числе и для себя.